Мы не хотим сделать всех художниками, мы хотим сделать всех людей интеллигентными, творческими и интересными. В Иркутском доме художника прошла необычная выставка работ преподавателей и студентов кафедры монументально-декоративной живописи ИРНИТУ. Впервые в городе в таком объеме 40 работ была представлена новая технология изготовления витража и просто замечательных подделок из стекла, полученных с помощью температурного воздействия. Я просто очень рада, что появилась эта техника в арсенале кафедры, что сразу практически весь педагогический состав этой техникой овладел. Их работы сейчас украшают и как-то делают достаточно разнообразными все наши традиционные выставки изобразительного искусства, где было жесткое деление по жанрам: живопись, графика, керамика, скульптура. Вот в этой технике никто не работал. Технология спекания стекла при температуре 800 градусов увлекла преподавателей факультета изобразительных искусств 3 года назад. Удивительные свойства цветного стекла заворожили и студентов. Если сами преподаватели экспериментировали с маленькими масштабами, то своим пятикурсникам они разрешили работать по-крупному. В этом году они очень с большим воодушевлением и радостью подошли к этому заданию. И надо отдать должное, что у нас это очень хороший курс, и поэтому мы не побоялись дать им большие размеры сразу же. Технология удивительна тем, что стекло можно спекать по-разному. От полного сплавления, когда цвета, как акварель, вплавляются друг в друга, до рельефного, дающего простор лучу света. Работы искрятся, переливаются и завораживают. Более сложные рождают образы и ассоциации, как этот сон Натальи Довнич. Я сделала такие выходы, как бы за пределы собственного изображения рамы. На раму поместила такие ответы, какие-то ночные искры, звезды, мерцания. Ну, то, что во сне происходит, там какие-то всполохи сознания мерцающие. Ну, а изображен здесь Пегас. Пегас, парящий в ночи. То есть для меня это как образ вдохновения, когда во сне навеяны какие-то вещи, которые потом могут как-то перерасти в произведение. В своем стремлении украсить и преобразить город Институт изобразительных искусств ИРНИТУ пошел дальше и готов организовать и провести мастер-классы по технике фьюзинга, чтобы в каждом доме стало хоть на чуточку, но больше радостного света и яркой искрящейся акварели, а в душе поселился праздник. Мы же не хотим сделать всех художниками, мы хотим сделать всех людей интеллигентными, творческими, интересными, чтобы они от жизни получали удовольствие и то же самое предлагали всем остальным.